фотографии из ада. Молодая корейская женщина-художница была взята в ад. Когда Иисус и она прибыли в ад, она была сильно испугана, и она не переставала плакать. Она видела души людей, которые кричали в ужасе и хотели выбраться, и пытались протягивать руки к Иисусу, но не могли, потому что для них было поздно. Нету любви в аде, нету милости, нету радости, нету надежды, ничего хорошего. Демоны, они очень издеваются над людьми. Они получают удовольствие для того, что издеваются над жертвами. Ей было показано наказание для тех, кто был убийцами или насиловали других людей. Они были проткнуты копьями и не могли избежать. Она видела тех, кто украл деньги. Они были проткнуты миллионами иголок и не могли вытащить их. Она видела наказание для лжецов. Она видела наказание тех, кто славил идолов, и тех, которые были упрямы. В аду были те, которые находились в блуде. Их половые органы были проткнуты и растягивались. Были те, кто совершали супружеские измены или становились гомосексуалистами или лесбиянками. Были те, которые не хотели делиться Словом Божьим, которые считали, что это неважно предупреждать людей об этом месте. Это было для тех, которые жили в грехе и продолжали делать зло в глазах Господа. Она видела тех, которые пили запрещенные напитки, и всякие разные жидкости вливались в их глотки. Были те, которые использовали уста безрассудно с проклятием, и они были в агонии. Были те, которые согрешали в разуме, они были покрыты тысячами жуков и разными насекомыми, которые вползали и выползали из их чрева. Она видела тех, которые жили сами в себе и были наполнены. Они никогда не обсуждали свои мысли с Иисусом. Они поступали так, как они считали. Они не хотели принимать Слово Божье, что есть хлеб жизни. Были те люди, которые все время жаловались в этой жизни. Они думали, что почему Иисус будет работать со мной? Кто я такой? Я какой-то грешник. Я слишком злой. И почему Иисус будет любить меня? И они никогда не пришли к Иисусу и оказались здесь. Ад для тех, кто нарушил Слово Божье и Его заповеди. Она видела конец тех, кто будет упрямым. Их наказание никогда не заканчивается. И это разрушает, это просто сокрушает сердце Иисуса. Он говорит: идите ко мне, ищите меня на этой земле. Она видела, что когда человек смотрит жестокие телепередачи, то дьявол и его демоны, они просто издеваются над душой человека. Те, которые курят и являются, находятся в пьянстве, они наполняются бесами. И когда люди отказываются от этого, они каются, они взывают Господа, то ангелы, они приходят, они освобождают. Но самое главное, Иисус сказал и показал ей, что Он не хочет, чтобы никто не попал в ад.